Те, кто ежедневно борется за правду, справедливость и торжество закона. В этом году свой профессиональный праздник юристы отмечают в 15-й раз, а Министерству юстиции исполнилось 220 лет. В республике, как и во всей стране, юристы работают в самых разных сферах. Практически каждого в профессию привело желание помогать людям. Профессию я выбрала еще, учась в университете. На 4-м курсе я уже поступила работать в службу судебных приставов. И вот служу здесь более 22 лет. Я люблю свою работу, я получаю удовлетворение, помогая людям. Наша сложная работа, и здесь нужно быть и юристом, и экономистом, и в большей мере психологом тоже. Поэтому, когда чувствуешь от людей отдачу и сердце радуется, и понимаешь, что ты находишься на своем месте. Я уходила из суда, но так получилось, что я не нашла себя в другом месте, и как бы я снова вернулась в свой родной, в Ленинский суд. И я уже работаю в суде практически 28 лет. Сейчас в Мордовии, благодаря слаженной работе юристов, отлажены механизмы правового урегулирования. Об этом говорят и на федеральном уровне. В этом году перед специалистами в области права встали новые и важные задачи. Много сил сотрудники самых разных ведомств бросили на помощь военнослужащим и их семьям. Я хочу выразить благодарность тем, кто мобильно проводит свою работу. Вы знаете, что мы внедрили практику, я считаю ее очень эффективной. Мобильный консультационный пункт для мобилизованных граждан, для членов семей. Он выезжает в том числе на места слаживания. Потому что вот на первой встрече с нашими добровольцами процентов 30-40 точно звучали вопросы правового характера. Как написать доверенность, как правильно передать. Есть сложные жизненные ситуации, и военнослужащие находили правовое решение благодаря межведомственному взаимодействию. Здесь, я считаю, и Министерство юстиции, правительство, и социальный блок тоже сработали достаточно оперативно. Для того, чтобы продолжать эффективно служить закону и народу, нужна современная инфраструктура. Над этим в республике работают. Минюстом, главами районов подобраны отвечающие современным требованиям помещения для судебных участков Атяшевского, Чалковского и Ковылкинского районов. Я говорил это в ежегодном послании, и на следующий год поставил правительству задачу то же самое проработать Краснослободский, Чамзинский, Рузаевский районы, Октябрьский район Саранска. Там, где отправляется правосудие, люди должны понимать, что они пришли в орган власти, именно власти, государственной власти, должны это чувствовать. В век современных технологий цифровизация проходит и в сфере права. Благодаря передовым отечественным технологиям создан и активно работает общий регистр муниципальных правовых актов. Это первая в Мордовии государственная информационная система. Туда в этом году включили 125 тысяч муниципальных правовых актов. Большое внимание в республике уделяют и подготовке будущих кадров. Хорошие условия для этого есть на базе МГУ имени Огарева и филиала Всероссийского государственного университета юстиции. В свой профессиональный праздник те, кто много лет отдал служению закону, получили заслуженные высокие награды. В этот день коллеги из разных областей поздравляли друг друга и желали профессиональных успехов. С важным праздником всех юристов также поздравили председатель Государственного собрания Мордовии Владимир Чебиркин и руководитель регионального Минюста Сергей Конычев. Они также вручили виновникам торжества ценные награды. Ирина Семенова, Владимир Надькин, Народные новости.